Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба, и сегодня мы с вами посмотрим на игрушечку под названием Escape Dudeland. Это такая игра-платформер, которая простирается на страницах сумасшедшего мира Каляк-Маляк, деревни под названием Каракулево. Это причудливый мир создан на страницах тетради. Но теперь он в опасности, потому что его захватил Обжора, ужасный монстр, которому местные жители пришлось по вкусу. Мир Каракули очень разнообразный, в каждом его уголке своя уникальная атмосфера, но в то же время со всех сторон тебя простерегают трудности и даже опасность. Чтобы им противостоять, тебе придется бежать, прыгать, иногда даже летать. Ну что ж, посмотрим на нее в этом первом взгляде. Игрушка выйдет сегодня где-то часов в 9 вечера по Москве. Разработчики мне прислали ключик. Посмотрим, оценим, ну и там дальше видно будет. Так что пишите, ребята, свое мнение в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Так, и что? Не забудь пукать? Зачем мне пукать? Мне пукать не надо. Начинаем отсюда, да, получается? Беги. Прыгать. Ага. Два раза, чтобы двойной прыжок делать. Угу. А, собирайте спички, чтобы поджигать пуки. Еще можешь их купить в магазине. Д, чтобы поджечь пук и вырваться вперед. Окей. А, так мне не надо, мне надо чисто только... Опа. Понятно. Я пук забыл нажать. Тихо. Жесть, платформер. Я думал, мне надо было держать кнопки, оказывается, не надо кнопки держать, он сам бежит автоматически. Окей, я понял. Почему-то здесь нельзя перепрыгнуть двойным прыжком. Это очень странно, если честно. Нажмите Е, чтобы задержать чудовище. А. Дабл, чтобы поджечь пук и полететь вверх. Блин, я так еще забуду. Собирайте зеленые, чтобы получить больше золотых и получить возможность покупать в магазине улучшения по каракуле и другие вещи. Welcome to Dudeland. Фух, мы с вами прошли, получается, одну часть. Это жесть какая-то. Серьезно. Начинаем второй. Тяжелый, сложный. У нас нет возможности выбрать тяжелый, он столько сложный. Ну хорошо, давайте начинать. Я как бы бегу. Тут главное не забыть тогда, где эти пуки делать, в какой момент. Опа! Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Да, сгорел! Это выйти в меню, это рестарт, да? Рестарт делаем. Фух, сложновато, конечно. Особенно в кнопках можно запутаться, блин. Блин, не взял. Жесть, жесть, жесть. Давай, давай, давай.
Чекпоинт. Отлично. Блин, спички забыл. Все плохо. Опа! Так, а у меня еще получается жизни есть. Я понял. Давай. Иначе получается потом я начну с самого начала. Опа! Все, 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 беги, беги, беги. Блин, это нечестно. Там вроде в тот раз были спички. А молнию нельзя, что ли, тоже, что ли? Ах ты, ё-моё. Сожрал. Сожрал! Демон сожрал. Так. Еще раз внимательно, все внимательно смотрим. А как что-то там должен был? Можно было пуком воспользоваться. Да что ж такое-то? Все, жизни нет, только с самого начала теперь, да? Да, с самого начала до чекпоинта. У меня есть 5 спичек. Это сложный уровень. Это очень сложный уровень. Блин. Давай, 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 давай. Не получилось, блин, серьезно. Опа, 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 опа. Да, здрасте. А почему ты не допрыгнул-то, друг мой? Это реально сложно. Так, сюда вниз. Эй, хорош, так нельзя было делать. Ты должен был прыгнуть. Есть, спички взял. Опа. Блин, ну зачем ты так сотворил? Мне так и хочется нажать, блин, вперед, когда бежим. Давай, 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 мы должны все-таки пройти этот уровень-то. Есть. Ну как так-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну перепрыгнул, да? Молодец. Давай-давай-давай-давай. А пукой тоже надо иметь какое-то... Молодец. Потому что пуки-то кончаются, нужны спички для пука. Если закончатся спички, не смогу пукать. Да, осталась последняя спичка. Блин, да что ж ты творишь-то? Ну никак нельзя. Главное, с этой почему-то тучки нельзя упасть прямо туда. Зачем ты так делаешь? Почему ты не можешь? Давай еще разок. Серьезно? Офигеть, он просто тупо сгорел. Это сложный платформер. И это только второй уровень.
Мы с вами не можем пройти второй уровень. А что ж тогда будет дальше? Ну как ты так сделал? Зачем? Молодец, сгорел. Красавчик. Тут получается еще впереди должно быть два чекпоинта, блин. Это очень длинный маршрут. Во, получилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет-нет, беги-беги-беги-беги-беги. Давай-давай-давай. Есть, чекпоинт есть. Фу, сложно. А у меня нет спичек больше, кстати, пукать. Я пукать-то не могу больше. Либо мне на самый верх получается идти и вниз. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как так-то? И плюс жизнь, да? Насколько я понял, плюс жизнь, да. А, жесть. Да бегу я, бегу. Ух ты, какого фига мон прямо здесь появилась. Шибанула меня прям в лоб. А как тогда быть? Класс. Это сложно, реально сложно. С самого начала, обалденно. А где же плюс жизнь? Давай-давай-давай. Ау-а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 у
Вот эти вот прыжки ненадежные. Потому что я не могу регулировать его уровень бега. То есть он просто сам бежит и все. Не, лучше я верхом пойду. Я уже на этих облачках очень сильно потратился. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну да, здрасте, привет. Начинается, да? Вот тут прям какой-то жесть уровень. Да, отлично. По облачкам бегать трудно, потому что я же говорю, ты не регулируешь здесь, то есть ты не можешь вернуться назад. Все. Надо рассчитывать его прыжки. Ну все, отлично. Сдохли, сдохли, сдохли мы. Это серьезно, тяжелый уровень, блин. Ой, жесть. Ну давайте еще раз попробуем. Блин, ну надо как-то пройти все-таки второй уровень-то, иначе что это за ерунда? Давай, 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 давай. Если бы, знаете, он просто бежал, да, он бежит, блин, в припрыжку и не понимает непонятных моментов, вот немножко сбивает с толку тебя. Да куда же ты, ну? Есть чекпоинт. Блин, ну взял и перепрыгнул. Красавчик. Вниз. Ну давай, 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 нет, 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 не смей, не смей, не смей, не смей, не смей. Почему эти чертовы облака мне не даются? Ну никак, абсолютно, блин. Я не могу до следующего чекпоинта дойти.
Отлично, я вот это хватаю и все, и писец, мы проиграли. Я не буду ничего хватать, я просто тупо добегу хотя бы до чекпоинта, блин. Нет! Какого хрена? Блин, ну что ж такое, а? В конце-то концов. Ух, ладно, давай еще раз попробуем. Значит, сюда прыжок. Блин, это очень сложно. Второй уровень, и просто он офигеть какой сложный. Тихо, не смей, не смей, не смей. Не смей. Есть, отлично, хорошо. Нет, 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 не смей застревать. Есть, отлично, взяли еще одну. Нет, нет, нет. Я потерял спички, блин. Есть, есть, отлично, хорошо. Давай, давай, давай. Чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Вперед, до чекпоинта, до чекпоинта. Нет! Нет, я не дошел до чекпоинта, блин. А, нет, дошел. Все равно засчитали, хорошо. Здесь ничего не собираем. Тупо идем по тучкам, все. Ничего больше не собираем. Ну его нафиг. Опа, 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 опа. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Жесть, 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 жесть. Открывай, 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 молния, открывай. Но нет. Нет, не смей. Собака, он сожрал меня. Он меня сожрал. Фу, жесть какая. Блин, серьезно, с самого начала? Не хочу. Для меня эти какие-то тучки, они просто не даются. Ну да, да, конечно, начинаем, да? Начинаем. А у меня нет спичек. Я не смогу пукать. Есть чекпоинт. Ой, жесть. Блин. Ну и вот в итоге не получилось. Ни спички взять, ни зеленую эту. Горошинку, что ли, получается? Или фасоль это? Нет! Чекпоинт! Чекпоинт! Сколько там процентов до конца уровня? 82%! Офигительно! Так, внимательно, внимательно, внимательно. Сюда, 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 сюда. Нет, не будем прыгать. Давай, 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 давай. Аллилуйя! Мы с вами прошли второй уровень. О, же это жесть полная. И чё ты мне предлагаешь? А, новый чё? Рекорд? Новый рекорд, отлично. Ох, жесть. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас будет дальше. А, это мы, получается, это прошли, что ли, уровень? Это типа начало, да, это первый, это второй. А сколько всего их? Десять уровней. Десять. А типа, если я не соберу нужное количество с этих вот золотых фасолинок, я не смогу дальше пройти, да? То есть у меня сейчас здесь заблокирован, да, здесь надо три раза для разблокировки. Окей, начнем тогда отсюда. И, наверное, это мы уже будем с вами заканчивать серию. Я, кстати, сейчас гляну, что у нас там с этим, с записью. Вроде нормально пока. Ну, давайте еще пройдем, помучаемся. Сложно. Здесь нет легкого уровня, здесь только сложный, есть еще трудный.
Опа! Птицы расставляют ловушки еще. Класс! Чекпоинт. Уже чекпоинт. Нет! Он меня сбил с толку, блин. Да бегу я, бегу, бегу. Не понял. Как так? Ну-ка, давай еще разочек. У меня реально с толку сбил, я поэтому упал. Класс. Сложновато. Мало того, что меня может сожрать чудовище, так еще и вот эти вот непонятные. Жесть. Давай, 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 давай. Давай. Чекпоинт есть? Есть. Так, на это внимание не обращаем, просто идем дальше. Под... Серьезно? А, там надо было прыгать, да, и... Я понял, окей, хорошо. Я попробую. Хотя, наверное, пробовать не буду, потому что я сейчас всю жизнь там потрачу свои. Лучше я это все дело обойду. Вот я так и знал, что в эти ямы можно упасть. Так и знал, поэтому я их перепрыгивал. Давай, 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 давай. Да, вот так вот можно было взять. А мне по-любому надо эти зелёные собирать-то, иначе я не смогу дальше пройти. Да куда же ты, ну? Давай, давай, давай. Чекпоинт, чекпоинт. А в чём без жизни-то? Чекпоинт, почему без жизни? Опа, 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 тихо, тихо. Фу, жесть. Тут просто реакция нужна офигительная. Все, последний чекпоинт. А почему он без жизни? Почему мне жизни не дают? Считаешь, что здесь не нужен чекпоинт, да? Жизни. Я низом пойду. Я не самоубийца. Серьезно, еще и боссы есть? Есть, я прошел. Ну, по идее, золотой-то должен получить. Чуть-чуть не хватило до второго. Новый рекорд. У нас этих три, и по идее я могу пройти дальше, если я правильно все понимаю. Сейчас глянем. Иногда для прохождения уровня просто необходимо поджечь пару пуков. Хорошо. Так, ну в магазин я не пойду. Да, по идее, да, надо набирать определенное количество. Ну, в принципе, давайте попробуем теперь здесь набрать четвертую золотую фасольку и пойдем дальше. Музыка здесь классная. Опа! Все, сожрали меня. Я понял, там был двойной прыжок и пук. Двойной прыжок и пук. Опа! Все, это сожрали. Вот тут сложновато было. Тут самое главное это запомнить уровень, блин. Прыжок, прыжок. Прыжок. Прыжок с пуком. Нет, нет, нет. Блин, ну почему я забыл этот нажать W? Чтобы его немножко отогнать. Там слишком много этих, блин,
красных зубастиков. Получается, этот монстр как мне, что ли, помогает? Или что, или мне. Или он меня запарывает? Мало ли, он мне, скорее всего, запарывает. Какие-то ставят мне преграды, блин. Я забыл взять спички. Надо было верхом идти. Верхом, верхом, верхом. Верхом. Нет, собака, он меня сожрал. Он меня сожрал. Животное. Давай, давай, давай. Прыжок. Нет, 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 даже не смей. Нет, 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 нет. О, блин! Сложно. Вот тут сейчас реально хотя бы добраться до чекпоинта, потому что это очень сложный момент. Ты раньше так быстро не жрал, слышь? Демон. Ну да, здрасте. Нет, это не тот вариант. Это явно не наш вариант. Не понял что-то с этого момента. Сделаем, что мы с тобой этого не видели. Начало всегда было у нас нормально. Давай. Верхом. Я не вижу. Чекпоинт есть, отлично. Это что еще за крабы? Ага. Мало того, что мне демона надо бояться, теперь еще и этих вот непонятных созданий. Блин, опасно. Давай, 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 давай. Где там чекпоинт? Чекпоинт, чекпоинт. Нет, 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 нет. Я чуть-чуть не дошел до чекпоинта, чуть-чуть. Ну, вроде как должен засчитать. Да? Засчитал? Отлично. Фух, отлично считал. Я качусь вниз, я ничего не вижу. Ну давай, ты будешь еще перепрыгивать будешь. Нечестно. И жизик не дают. Вот что самое еще плохо. Да бегу я, бегу. Блин, ну почему ты не убираешь свои крокозябры? Нет, с самого начала. Нет, я не хочу, я не хочу. Блин, ну нет, я все-таки добьюсь. Я все-таки добьюсь, чтобы этот уровень пройти. Внимательно, внимательно. Пук. Отлично. Подожди, а почему этот нет спичек? Чекпоинт. Есть чекпоинт, отлично. Так, ну это не сложно. Здесь
по идее, до чекпоинта не сложно добраться, по-моему, только в самом конце сложно. Но нам лучше дойти с полными жизнями! С полными жизнями, сказал дойти, с полными жизнями, блин, ну вот дочли называется. Несложный, блин, этап, ага. Внимательно. Блин! Отлично. Дошел. Называется дошел, да? Блин, ну там реально нужны пуки. Без пуков тут не дойдешь никак. Бегом, 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 бегом. Чекпоинт. Чекпоинт. Где чекпоинт? Что сразу за смена обстановки? Давай, давай, давай. Бегом, 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 бегом. Мы с вами прошли. Мы с вами прошли. Это была полная жесть. Новый рекорд с вами сделали. И 4 у нас золотые. И это хорошо. Потому что у нас открывается новый уровень. Новый уровень. Но мы с вами, конечно же, на сегодня закончим. Вот такой у нас с вами вышел первый взгляд по этой игрушке. Пишите свое мнение в комментариях по поводу нее. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.